В общем, Игорек хочет работать Дед Морозом на Новый год. Да что ты выдумываешь? Ну прекрати, Ну забудь. чего? Ну ты знаешь, что у нас будет куча сказок. Ну что ты вот это Ну вот? что, ты не сможешь в новогоднюю ночь переодеться в Дед Мороза? А где я возьму костюм? В театре. Кто мне даст? Ой, а кто тебе давал те годы, когда ты в садиках подрабатывал? Знаешь, кто давал? Тогда Кто? туз был, а тут директор сказал, не понял. О, Игорь, я возьму тебе костюм. Ну что ты мелешь? Ага, уже да. Что угодно, лишь бы только не... Не, ну ты же прекрасно знаешь, что у нас... А до этого мы что, разговор какой вели? Что, такой разговор, ну какой? Ну Какой? пошутили немножко. А, пошутили. Не, ну, не, что, хочешь, давай будешь, ты будешь Дед Морозом, Леша будет Снегурочкой ходить. Вдвоем поздравлять. Ты хочешь, чтобы дети испугались? Ну что, такая Снегурочка выйдет. Леша, один каблуки здоровья. Лосины. Ну ты серьезную какую-то тему хоть заведи. Что ты все время... А я не серьезный. Ну может люди хотят что-то полезное иногда услышать. Значит, зрительница написала, какой рецепт такого воспитания, чтобы вырос такой сын, как ты? Рецепт... А не надо такой, как я. Ни в коем случае. Тебя планировать надо. Не, я... И всем раздать. Я весь из проблем. Из проблем весь? Да, но я борюсь. Ну что? Мне в школе в первых классах говорили это самое, когда мы с учительницей сидели на уроке, и там что-то про недостатки, там она, у всех есть недостатки, а мы тогда... А у Ленина что тоже? А портрет Ленина там на доске. Она так подумала, думает, блин, как же им ответить, что так вдруг это не... Ну, уже перестройка, в принципе, была, уже не страшно. И что? Ну, наверное, тоже. Так осторожно, она сказала. Ну, наверное, тоже. Вообще, что бы я делал с ребенком, вот если бы у меня внук или внучка был, вот я уже сейчас с позиции такой, как сейчас вообще в это время устоять, то... Я говорю, читать детскую Библию, духовную литературу и это, ходить в церковь, причащаться. Ребенку и каяться, и причащаться. Ну, смотря сколько ребенку лет. До 7 лет причащаться без исповеди. Ты слышишь? А вдруг он уже так и творил с 5 лет, что там... Дети не без того должны баловаться. С 5 лет творил. А если он там опять реагирует? С 5 лет что-нибудь там. Это не. А если у него сексуальные какие-то приспособления? Может он половой гигант? Это за жадность. Когда я вот ем сразу, это за жадность. Что ты говоришь? Ну что ты мелешь? Ерунду. Представляешь такое? Ему уже надо исповедовать. Да, есть такие экземпляры. Нет, дети до 7 лет идут без исповеди. Что б не делал, да? А в 7 лет уже за все покаяться. А в 7 лет уже... Не, а подожди. Вот такое, что случайно там ребенок убил, там, ну вот было дома ружье или там пистолет хранился, а ребенок там взял, ну вот ему 5 лет выстрелил, там папу, маму, брата убил, не ну, знаю, убийство. Кого угодно там, ну вот выстрелил случайно. А у нас такое что? Было, кстати. Ну такое бывает, да. Ну не просто знаю. Взял в руки, вот как играют. Ну, страшная вещь, что я сказал, но я с таким не стал, кажется, не... Хорошо, нет. Они должны исповедоваться при таком? Конечно. Не, ну это уже как священник скажет. Нет, при чем исповедоваться? Ну это какая-то... По неосторожности, это ж неумышленно, да? А если он, то есть он такой, вы мне все надоели, я не знаю, что... А, ну это уже другое. Не, Леша, не бери такие примеры, ты что, ну, у меня же голова кругом. Будешь знать, как меня в угол ставить, на тебе! Ты что, Леша, нахрен это вообще не шутка. Хорошо, ты считаешь, что, допустим, я хорошо воспитан, Игорь? Ты воспитан хорошо, да, но... Но меня не воспитывал никто. Да. Да. Слушай, ты воспитан хорошо, но есть такая, как тебе сказать, нами еще, кроме того, что вложено, да, там, папа и мама, еще управляет что-то, вот влияние есть. Ну, да, каких-то, окружение, да? Каких-то сил. А, то есть на мене есть, да? Вот эта сила духовная, вот она на тебя влияет, и тебя тогда начинает крутить, вертеть. Это когда? Слушай, крутить, вертеть, ты теряешь, как сказать, ориентир, скажем так, и уже все, тебя несет. Это он про танцы мои с Шапиком. Ой, Боже. И про это тоже. Ой, Боже, теряю ориентир. Расскажи, Леша, какой ориентир теряю в этом.
за границей, как в гостинице выскакивал. Не, да. Слушай, понимаешь? То еще жестче было. Да. А далеком, прикрываючись подушками от дивана, вот так сзади и спереди выбегать. Это ориентир, чи что ты? У меня такое было, Игорь. А что тогда было? Это где-то было Лемберг в Польше. Лемберг, да. Да, Лемберги. Что ты такое? Там орали кто-то в гостинице, орали или что, я не помню. Наши, да, бегали там? Что за пьяни? Там назло раздисся горяком до этой подушки и бежал по коридору. Не, ну я тебе говорю. А там еще камеры с рецепцией по коридору. Все бачило? Все прозрели. И что? Ну вот это вот влияние. А как окно, расскажи, в Польше? Ну, угу. Так, а про окно это же уже все слышали. Никто не слышал. Никто не чул. Ну, там сам Вэл бы свешивался вот так с окна, там выглядывал на подоконнике вот так. Самое. А я сзади на кровати лежу и вот так ногой его в задницу толкаю. Ну, он при цьому еще такие звуки там всякие. Я так в окно кричу. Представляешь? А там какой-нибудь пан Марик, пан Збишек, пан Войтик. Там, знаешь, кричим оттуда. Ну, так я был хуже. Ну, что сделаешь? А вот, Леша, почему так? Как ты думаешь? Что именно? Вот такое. А помнишь, вот, хорошо, вспомни, когда, помнишь, был последний гастрольный день, когда я танцевал, вот, там, когда все смеялись, там на камере еще снимали. А, ну да, там было, как один пацан там импровизировал на рояле, сидел. А сам был под эту музыку. Танцевал. В трусах. В трусах, в шляпе военной. Да, и в носках одни. Я вот смотрю, смотри, я беру такую вещь. Просто ты когда стал говорить, что он там в трусах или прикрыт подушками, а у меня сразу раз в голову стреляет такая мысль. Сразу я вспомнил монастырь, коридоры, иконы. То есть, по-видимому, вот управляет есть, ну, нашей сущностью такие духи, которые толкают человека. Да ни на что не толкают, это дурь обычная. Нет, все правильно. Ну, например, мне не нравится это, да? И вот я сразу вспомнил монастырский коридор. То есть, что ближе твоей душе, вот душа находит свою стихию. Понимаешь? Вот у меня раз... Почему это вот я так делаю, как ты думаешь? Почему ты так делаешь? Почему? Ты считаешь, что это бес вселяется на эту секунду? Подожди. Нет, конечно. Почему ты так делаешь? Дурь выходит. Потому что тебе хорошо именно в той атмосфере становится. Она не выходит из тебя, дурь. Она еще больше... Она тебе находится всегда. Еще больше накапливается. Что ты имеешь? Она просто... Вот та дурь есть, а потом она через край как плынет. Ну подожди. И такое получается. Ты вот смотришь на что-то, да, и тебя отвращает, правильно? Ну. А есть... Так я же ни на что не смотрю. Люди, мы переодеваемся на последний концерт в Польше. Гастроли целый месяц. Ну. И все, и я начинаю. Там кто-то играет, я начинаю, типа, ну, танцевать. Да, а потом начинаю дуреть. Там можно потанцевать. Никто ж не... Хорошо, ты целовался с мужиком? Нет. Вот так, ну, нет. Губы? Ну, нет. Ну, нет. А без языка? Ну, просто? Нет. Ну, вот так. Но встретил ты друга, допустим, которого я не видел с армии. Да, а если ты никогда его не видел, первый раз видишь? Ни тем более... Нет, нет, нет. Ну хорошо, а если один человеку, чтобы на цепь пойти? Что? Ему надо человеку привыкнуть, чтобы на цепь пойти. На такой поступок. В чем тут надо привыкнуть или не привыкнуть? Я тебе объясняю, что, ну понимаешь, как сказать... Ты можешь и совершить ошибку какую-то очень сильную, но после этого ты можешь сожалеть, и тебе будет противно. Но ты пойми это. Это разные вещи. Или когда человек уже, ну, как тебе сказать, танцы есть танцы. Конечно, можно потанцевать. Конечно, я когда... Но ты же видел, когда я танцевал. Вот я тоже, понимаешь, ты когда я увидел краем глаза, я стал прокручивать. Вот как точно ты одно говоришь, а я вспомнил монастырский коридор. Я когда выпью, мне тоже хочется танцевать. У меня дури очень много. Вот. Но при этом я что делаю? Я разгоняюсь под музыку и становлюсь на голову. Мне это мало, Игорь. Вот. Если ты еще хотя бы в трусах одни. Под кого-то подлазить, понимаешь? Под кого-то подлазить. И делать какие-то сексуальные движения. Да. Страшные. Движения. А я вот только так могу. Мне только так нравится.
сексуальный движение. Ну, во-первых, ты работаешь еще и в оперном театре. Это... О, боже, начинаешь. Пошли директору. Посмотрим. Директор тоже дивится мне канал, так что... Пока не вызывал. Представляю, интересно. Что директор об этом все знает? Да ничего. Так, чай готов? Леша, ты как думаешь, зачем танцы вот такие, зачем я танцую? Ну, выход каких-то эмоций. Я считаю, что ты... Я тебе объясняю, что ты просто заходишься, находишь... Как тебе сказать? А, ну кроме того, что... Ну, компания, хочешь... которая может быть, вот, знаешь, или зрителя я нахожу, или участника. Кроме того, что ты хочешь показать, что ты душа, что ты веселун, но тут ты все равно находишь свою какую-то стезю. Понимаешь, тебя веселиться можно, там смеяться, там... ну, да я могу и смеяться, я же не только трусы снимаю и бегаю по улицам. Я видел, что ты смеялся, но то все было в той амплитуде. Ну да, в другой амплитуде я по-другому могу дурачиться. В той амплитуде ты подлазил куда-то и под шо? Человека. И шо? Нет, это нельзя. Подлазил. Нет. Это... А краем глаза дивився, все раз дивився, и танцы с Бреусом дивився. Ну, все, мій канал найти не може, а танцы с Бреусом знає. Да, и туда подлазил, и сюда залазил. А я тебе и сказал за них. Сказал, это мы балдели, там урезано. Так вот мне интересно, почему тот человек урезал именно тот кусок, ну, и вставил тебя именно. Почему? Ну, потому что, значит, а почему выгодно он сам, было. Подожди, а почему... ведь сам не танцевал, он снимал. А, видишь? Да. Так ведут себя не все. Ну потому что не все, значит, по-разному, каждый по-своему расслабляется. Кто-то расслабляется, это... водки нажрется, валяется. Ну я кто-то понимаю. Кто-то пойдет гулять налево-направо. Кто-то не будет, как я, просто танцевать и изображать танец с мужиком. А кто-то пойдет, извини, переспит и никому это не покажет. Подожди. Понимаешь? Вот и... Но! Оно. Ты показал... Дей, показывал и буду показывать. Подожди, подожди. Ты показал... ты говоришь, а кто-то пришел... Да, кто-то пришел налево, изменил жене, пришел домой лежить. И хороший, ну, и цветочки принес. Эге, рассказывай. Это немного не то. То-то. Понимаешь? Каждый расслабляется, у меня такой выброс энергии. Я не хожу налево-направо, у меня вот такой выброс энергии, все. Это не обязательно там, что прям такие танцы. Просто я тебе говорю, что у меня дурь выходит постоянно. Ты не можешь хорошо, понять. Хорошо, если бы у тебя дурь вышла с девушкой, даже... Да у меня... Подожди, ты что, ты не... такая мэна, как будто подожди, мы там чем-то занимались. Подожди. С девушкой. Ты танцуешь с тем, с кем у тебя никаких чувств не вызывает. Понимаешь? Ну ты понимаешь, есть еще в голове... Вот ты сейчас можешь при своей свете взять там со мной танцевать. Мы с тобой вальс танцевали. Ну мы учили вальс, да. Мы в коридорах танцевали. Хорошо, учили. Да. Это вальс. Хорошо, это вальс. А если будет пьянка если какая-то... Если бы мы стали с тобой раздеваться... А мы не раздевали. Дорогой, ну, это уже... Как а если, ты, если при свете ты стал раздеваться с мужиком, я думаю, ничего бы она такого... Ну Игорь дурачится, она поняла. А если ты при свете это начал с чужой дурачи, женщиной нет. раздеваться... Это не дурачина, не женщина. Да, если бы ты женщина, то это уже было не дурачина, я согласен. Это бы, во-первых, если бы даже меня настолько зашкалило, что я уже не соображал, Свете было бы не до смеха, ни в ту минуту, ни после. И поверь мне... Ну, у меня Светы нема, поэтому... Меня нема. Ну, голова есть, Светы нема, ну, голова есть. Нема и головы. У меня пустая голова. Начинаешь тут наводить тебя на плетяги. Не, ну Свете, не... Свете понравилось, если ты больше бы со мной бы дурачился, вот даже если бы стриптиз. Ну такой легкий, не то что там трусов, до трусов даже никто же не раздевался. Просто мы бы там подурачились. Или ты с какой-то бабой вот так зажимался. Что бы ей понравилось? Не то, не то. А что больше бы ей понравилось? Да не то, не то. Ну, если... Она понимала, что со мной ты просто дурачишься, а с той бабой не просто дурачишься. Подожди, ну ты считаешь, что если бы, допустим, не дай бог, я даже страшно представить, Света вдруг даже с девочкой так дурачилась. Я бы тоже так подумал. Нет, вот то, что ты мне сейчас говоришь. Я представляю, Света сняла все заливчики. Не Света. Думали. Света Галяков поразит. Нет, это не серьезно. Не. Есть, слушай, подожди. Есть, я тебе скажу. Да, из хора какой-нибудь. Если, это, подожди. Если есть порог даже какой-то, должен стоять блок в голове. Так мене стоит, Игорь. Вот именно. Мене да стоит. Разве ж это стоит, что ты на всю Украину... Вот так вот. Игорь, у меня стоит блок. Я никогда не перехожу ту грань, которая мне не надо. Я никогда... А какая же там еще грань? А какая грань? Извините, я что честно... А что там еще, если бы ты уже даже... И, знаешь, там осталось только полшага сделать. Не полшага, все. Там пропасть. Где пропасть?
Не полшага. Это ты, значит, так обо мне думаешь, что полшага и уже шел. Я не думаю, там в танце все показано. О, боже. В танце. Че, что Леша со мной ездит все время за границей? Подожди. И никаких танцев нема шагов. Как? Сказал же, что прикрывался подушкой. И что? И что дальше? Ну так, а ты говоришь... А шаг до чего, интересно, ты сказал? Еще один шаг до чего? Ну, подожди. Да, подожди. Давай, до чего шаг? Это в общем так. Не в общем. Ты конкретизируешь еще. Уже б типа и секс бы був там. Я тебе сказал, секс блок. У меня... А что бы было, если шаг он сделал бы? Ну, на это намекаю, наверное, что бред. Я ничего не намекаю. Просто ты говоришь, что он так расслабился, а это его. Кто расслабился? Ну, раз это его, я говорю... Кто расслабился? Ну, ты говоришь, я так расслабляюсь. Я так... Ну, не всегда, я же говорю, я могу смехом выйти, дурь меня может. Может, если я попаду в какую-то компанию, где люди подыгрывают, я могу таком поучаствовать. Без всяких переходящих. А зачем это? А вот так мне дурачиться хочется. А зачем люди нажираются и валяются на улицах? На пьянке? Почему это люди... Это хорошо. Раз это он плохо. Нажирался и напился, значит он пьяница. Пьяница. А если ты это делаешь, так кто? А если я это не делаю? Значит, я просто... А тогда не приводи тот пример мне. Подожди, пьяница напился, валяется, а я, извините, просто потанцевал. А... Я ничем дальше не занялся. Потанцевал? Да. Так вот просмотри внимательно этот танец. И что там танцы? Ну ничего хорошего. Ничего там плохого и нема. Еще один шаг и там. Еще начинаю. Полшага. Я как раз себя, Игорь, знаю. Я в себе уверен. Нет. Если бы это мне. Я тебя. Если б... Нет, послушай. Нет, если б мне вот это... ты меня нет, послушай. Вот ты меня послушай. Нет. Вот если бы мне это нравилось, я бы никогда бы такое не делал бы. Никогда я не тебе не бы за это камеру, говорю. Наверное. Слушай, я тебе не за это говорю. А за что? Я тебе не намекаю. Я тебе скажу, ты не намекаешь, еще и откровенно говоришь. Там полтанца в танце, полшага в танце все. Нет, ну вот так глянуть, да. Ну так глянуть, ты же меня знаешь. Я тебе не говорю ни за что. Я тебе сказал, ты сказала, я тебе сказал, мне это сказала. Не нравится. Я тебе сказал... Мне этот танец не нравится. А мне нравится. Он безнравственный. Я тебе вот за что сказал. Понимаешь? А ты мне же начинаешь... Ты мне сказал, что там разврат, и что я таким хожу, занимаюсь. Ну, танец развратный действительно. Что? У шапика? Что там развратного? В одежде подрыгались друг на друга, подурачились. У шляпика, у шапика и... Бреус, да. Там вот ты, где в студии, вот это, негодящиеся танцы. Я тебе сказал, понимаешь как? Но ты будешь моим постановщиком, если я буду танцевать там танцы, ты будешь... Только классика. Только классика. Или мой танец. Но если только голиком. Или мой танец, вот такие перевертыши делать. Это дурная, я согласен. Есть такие люди, у которых много энергии. У меня ее тоже много. Я могу с кем угодно так дурачиться. Ты думаешь, что только с парнями или что? Нельзя этого делать. Это понимаешь, видно что. А вот то, что я поцеловался шапиком. Ты же видел? Да ну ужас это. Ну кошмар. Ну ты пойми. Чего там кошмарного? Ну ты как будто ты... Ну вот ты можешь нас со мной просто поцеловать? Просто вот так сделать можешь? Можешь. Что это изменит в тебе? Аж ничего. И во мне тоже. Слушай, но ты не знаешь человека. Ты пришел только... А чего не знаю? Я его раз видел уже. Даже не друг. Я его раз видел уже. Потом мы общались по интернету. А чего второй раз ты к нему не приехал? Когда? Второй? Вчера. Потому что все. Ах! На набросы. Потому Самвел не захотел в этот раз к нему ехать. Потому что именно в этот раз, как ты говоришь, вот эти полшажочка, полшажника, он бы их и совершил. Поэтому от греха подальше он туда и не поехал. Вот за это я и говорю, раз ты сказал. Ой, какие матрёны, слушай, сговорились. Нет, я шучу. Потому что после такого танца или сексом заниматься, или уходить надо, как я обычно говорю. Встреча зашла в тупик, надо или... Я вот не вкладываю в эти танцы ничего, это серьезно я тебе говорю. Я абсолютно, у меня нет никакого подтекста, что я хочу там или там, что я возбуждаюсь от этого. Абсолютно нет, просто вот подурачиться. Мне чем дурней компаньон, вот в этом, ну, чтобы не переходило границы вот мои, тем мне лучше, мне приятно. Мне, вот, я говорю, я сам закрытый, закомплексованный человек, сам по себе. Да, это только в компании с кем-то я могу вот так вот на улице там подурачиться, я могу спросить, ой, а как пройти туда? А когда я сам, я тютя. Слушай, я тебе скажу, что ты из себя сильно там струмника не строй, потому что мало того, что ты и с девушкой сколько лет,
значит, она к тебе приезжала, и ты в Харькове с ней жил. И шо? И в гости я к тебе приходил, хорошая девушка. Так ты успеваешь и с девушкой жить, и танцы танцевать. Боже, ну что мы, ну что он мэр? А говоришь закомплексованный. Причем тут одно с другом. А что плохого, что я жил? В программе ты по телевидению. Хорошая закомплексованность. Если я перед камерой вот тут даже, это самое, я начинаю зажиматься, что-то жрать на первых минутах, потому что я скованно себя чувствую, то по тебе, то на последующих. По тебе это... Что-то на последующих. Чи вже все доїв, чи там, я не знаю, чи розкомплексувався все. Причому тут, Ігор, то, що я жив? Я жив, це другое діло совсем. Какое другое? Що тут плохого? Що тут закомплексувався? Причому тут закомплексованість, ну, і то, що я там з ким-то... Понимаєш, що ти, значить, якщо почав жити з дівчиною... Вас... Уже все, Ігор, ця тема закрита. Уже... Ты кто-то с приветом, знаешь, так носить на раз. Вот, правильно, потому что, знаешь... Да, потому что танцы увидел, да, да. Подожди, да. Я не за танцы. Да. Потому что вот, понимаешь, когда ты живешь с человеком, вот ты должен себя посвящать ей. А я не так, да? А ты не думал о ней. Да? Ага. У тебя проекты, у тебя... Ага. У тебя передачи, ага. У тебя... веселуха, раскрепощуха и так далее и тому подобное. Вот. А нужно как? Попил чаю 5 минут и домой. Попил чаю и домой. А я не так, да? Я а не шо, домосед. Он идет по притонам. Ага. Попил чаю по притонам. Ну, шо, вас сразу а куда? А, шо, а куда он идет? Я не домой. Не до темна сидеть. А где я когда сидел до темна? Там ты сам говоришь, что все время Самвел бежит домой. Ты все время говоришь. Да. Вот мы с Лешей идем, Самвел домой несут. Теперь уже другая, у него уже другая история. Так, идешь, Варус? Я иду сейчас на маршрутку. Ну пошли на 5 минут. Я к маме еду. Опять начинаю. Ну ты понимаешь, с вашим ярусом. С вашим ярусом. Не ярусом, а варусом. Хе-хе, пошли, ну глянь. Ну не могу, я к матери еду, блин. Ну мы мало сегодня погуляли. Никто тебя не забирает. Ну 2 часа. Завтра мы будем с утра до ночи. А цицы никто не забирает. С утра до ночи. А цицы цуцика отрывает. Так подожди, завтра же там было не будет. Ты возле Мосс-Сити сядешь, и ты там сядешь возле Мосс-Сити. Какое Сити? Это как... Лазят, тут и лазят, как неприкаянные. Чем мы неприкаянные? Мне надо вон... Еще что-то не придумал. А, и то. Смотри, мне надо и к матери заехать, и сегодня пораньше уйти, мне надо отдохнуть. Можно. Я его обожаю просто. Спасибо. Мужик, иди на шаурму работать. Да, да ты поднял бы тут киоск так, на такую высоту. Варут бы любят. Империал был бы. Игорек, ты со мной работал бы в шаурмичной? Запросто. Давай, если что, у нас театра попрут, будем в шаурмичной работать. Запросто. Раскатывал, закатывал. Я буду выполнять самую черную работу, а ты, главное, деньги считай, потому что я не могу считать. Ну, я не могу, я бы уже давно ушел. О, боже. Сам был еще там на вару жопы. Я там натяну. Буду на развес шаурму продавать. Пошли, Иван. Все, счастливо. А мы дошли. Ну пошли немножко. Вы хотите, чтобы он... Ну немножко, Варус. Когда человек в моем возрасте не досыпает, о, боже. У меня глаза, он уже вот так вот. Ой, да. Все, давай. Не, ну ты же... Ну не бросай, гля. Ну давай. Вот ты нормальный друг. Вперед. Пекинес Аблантович. Туда. Давай, пока. Давай, застегивайся, собачку принимать. Эге, де. Иди роды принимай, иди. Гинеколог Днепропетровский. И ты же, блин. Игорь, пока. Деловые. Вот уже чудо вперед.